Вопрос номер один. Почему? Ладно, Драголин, она как песня Аллегровой, знаешь, ты мой транзитный пассажир, я твой вокзал, вот для него вокзал транзитный, это прокуратура антикоррупции. Она приехала из другого мира, из мира, где люди все улыбаются. Просто там улыбаются от качества жизни, а тут от того, что охуевают, знаешь, как бы от того, что происходит. И сегодня она, видишь, до сих пор улыбается, только я не могу понять, она уже поняла, что у нас происходит, или до сих пор не понимает. Поэтому первое, там мне говорят, что это прокуроры как бы ей засунули для того, чтобы свалить там определенного человека, потому что сейчас как бы приветинг прокурора, это главная проблема. Плюс Драголин знает, что ее хотят снести, сама Драголин, поэтому дали маме там прощальную медаль в Америке, ну убрать с должности. Нет, кто? Пас. Санду. Она проиграла. Пас это уже не Санду, то есть Санду это Санду, Санду начальница ПАСа, там бригады как бы. То есть, но кто тогда в ПАС? Спыну, ну пойми, у Литвиненко это? Своя бригада, у Спыну есть своя бригада, у этого маленького... Гросу. У Гросу, да, своя, то есть там у них даже внутри были, до сих пор шла война. Ты смотри, сколько раз отменялся конкурс на генерального прокурора. Значит, у них борьба даже была внутри между своими кандидатами от ПАС. То есть там, короче, там «Ментовские войны» отдыхает сериал. Но Драголин также могла быть заинтересована, если она понимает, что через этот приветинг могли потерять как бы ее, то, соответственно, она и сама заинтересована в том, чтобы так называемый приветинг, который, ну, четко сегодня показал, что, ребят, ну какой приветик? Вы выходите через 2 года, говорите, что человек, выдвинутый Майя Санду, общался там с Платоном, с группировкой Шора и так далее. Есть фактура, показали бы, кстати, уже. У нас вообще страна, вот что при вас тогда, я имею в виду при Владимире Георгиевиче? При нас, я был не при нас. Ну я имею в виду на публике вытаскивали, поставили из уголовных дел какие-то прослушки, записи. Я вам скажу, она сейчас сделала то же самое, как бы, Андрей, еще раз. Короче, это их внутренние... Короче, это разборки внутри, я понял. Да, это разборки внутри, кстати, ПАС, ремарку... но которые нас отдаляют не то, что от евроинтеграции, то есть там скоро на нас будут смотреть, как на папуасов.